Самый разгар дня, но в райцентре оживленно. Здесь завершилось строительство молодежного центра, которого ждали давно. В здании расположились районное отделение агентства по делам молодежи, IT-кабинет и уютная библиотека с фондом в 30 тысяч книг. На создание всего этого из бюджета направлено 2 миллиарда 775 миллионов сумм. Кашрабадский район считается самым отдаленным. Именно отсюда родом узбекский шахматный вундеркинд Джавахир Синдаров. Победитель Всемирной шахматной олимпиады, кумир многих подростков. Ему подражают и идут по его стопам. Открывшийся на базе молодежного центра шахматный клуб имени известного молодого гроссмейстера теперь увлекательное место для будущих чемпионов. Не проехать, не пройти. Вот так коротко и ясно описывают прежнее состояние обветшалого моста местное население. Речь идет о переправе через канал, который протекает недалеко от Махали-Пянгат. Теперь с ним проблем никаких. С вводом в эксплуатацию нового путепровода сбылась многолетняя мечта более 2000 жителей села. Мост современный, главное надежный, 15 метров в длину и 6 метров в ширину. Открытие еще одной новой переправы стало поводом для радости и в соседнем сходе граждан Тегерманавол. Қалсай, оча қышлақларымызды балаучы жолында орнатылған көпірік. Бұл көпірікті әнші елдерден бірі орзуғы кәміз. Бұл ескі дәуірді халқымызды өзі қол білен бұнят қылынған тақтадан ясылған көпірігіміз барыды. Жүдейім қиыншылықлары көп боларды. Халқымыз маңнын, құрсамымыз. Бахар айлары мақтап балылар сай кетіп өтәрді. Ебім осы чөптен қылып, қары қойып, көрініп тұрғандай, үшерден жақалап, көпләрі мәктепке бара алмайын қаларды су көпілілері. Шыңға етібар беріп, манышы көпірді құрылып берді, халқымыздың жүді кайпияты яқшы. В числе новых объектов также детский сад в селе Кош-Ягоч. Дошкольное учреждение построено на месте бывшего колледжа. Уютные комнаты, пищевой блок, игровые площадки. На строительство и оснащение всем необходимым из государственного бюджета выделено около 2 миллиардов сумм. Кош-Рабад тұманыда 3-7-ашлы балалар саны бүгінгі күнде 13477 нафарына ташкал қылмақты. В Кашрабадском районе насчитывается 13 477 детей дошкольного возраста. Функционируют 29 государственных, 146 семейных и 3 детских сада на основе государственно-частного партнерства. Охват дошкольным образованием в районе составляет чуть более 65%. Планируем до конца этого года довести до 75%. Это станет возможным благодаря открытию еще 5 новых детских садов. Кроме того, в этом году планируем открыть 15 семейных дошкольных образовательных организаций. Дошкольное учреждение готово принять до 90 дошколят из близлежащих Бахалей. Если раньше добираться до детского сада, что располагался в соседнем селе за километры, родителям было далеко и делом затратным, теперь же их маршрут сокращен до минимума. С открытием сада постоянной работой обеспечены 24 женщины.